Уважаемые дамы и господа, добрый вечер! И добро пожаловать на арену Зеленого театра Красногорска, где спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке администрации Красногорского муниципального района с гордостью представляет вам шоу профессиональных боев «King Fight». Вы, собравшиеся на сцене Зеленого театра, и миллионы фанатов боев во всем мире, а шоу в прямом эфире демонстрируется телеканалом «Бойцовский клуб», станете свидетелями потрясающих поединков по рукопашному бою, по смешанным единоборствам, по кикбоксингу версия К1 и по профессиональному боксу. И ваша задача, уважаемые дамы и господа, не скупиться на свои эмоции, выплескивать их на ринг и вести бойцов к победе. Дамы и господа, для торжественного открытия нашего шоу я с удовольствием приглашаю в ринг главу Красногорского муниципального района Бориса Рассказова и главного тренера спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илью Шадрикова. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить спортивно-патриотический клуб «Ярополк», который был инициатором подготовки и проведения этих соревнований. Шоу профессиональных боев «King Fights» объявляю открытыми. России! Приветствуйте, Василий Царьков!